Лен, я дома. Ленка. Лен. Маш, ты чё, уже утро? Ё-моё, чё ты не заметила, как заснула? Чёрт, где же градусник? А что случилось? Лера, у неё температура, она вся горит. Маш, да у неё под 40. Вызывай скорую. Здравствуйте. О, добрый день. Проходите. Спасибо. Присаживайтесь. Ну, на чем мы с вами остановились? Останови. На работе. Да. Вам удалось устроиться? Да, как вы и советовали, я обратилась к бывшему мужу, и Олег устроил меня к себе в журнал. Ну, видите, как замечательно. Ну и как работа? Не нравится. Ага. Ну, то есть вы работаете непосредственно рядом с мужем? Почти. А, то есть вы каждый день с ним встречаетесь, разговариваете и в курсе всех его дел, планов? Более или менее. Просто Олег сейчас очень занят, он пишет какую-то очень важную статью. А вот как? И о чем статья? Да я точно не знаю, что там связано с детьми. Ну, это непростительная оплошность. Мариночка, как это вы не знаете? Если вы хотите вернуть вашего супруга, вы должны быть в курсе всех его дел и планов. Незаметно, ненавязчиво, так сказать, тихо. Но без этого вам будет сложно бороться за мужа. Да-да, я понимаю. Здравствуйте. Добрый день. Проходите. Проходите сюда. Так-так, где наша больная? Вот. Так, что у нас случилось? Дайте-ка мы послушаем и посмотрим. Ой-ой-ой. Так. Ну, тихо, тихо, малыш. Так, ну. Ага. Все понятно. Бронхит. Сейчас сделаем укольчик, и дышать будет легче намного. А вы, мамаша, собирайтесь, поедете с нами в больницу. Да, у нас все готово. Да, и одевайтесь потеплее. Мест нет, лежать придется в коридоре. Как? С бронхитом? Там же сквозняк. Ну, что поделаешь? Лечиться всем надо. Я не повезу ее в такие условия. Я лучше ее дома сама выхожу. Дело ваше. Пишите отказ. Фу, уснула после укола. Вот список лекарств. Сходишь в аптеку, а? Купишь? Конечно, схожу. Давай-ка выпей чайку, а то он тебя лицанит. Нет, не хочу ничего. Ой, за что мне все это? Слушай, Маш, ну я, конечно, все понимаю. И я в любом случае всегда буду на твоей стороне. Ты сейчас про что? Ну я про то, что сейчас не время для обид. Ну позвони ты Олегу. Что ты его не знаешь? Он через секунду примчится. Устроит Лерочку в лучшую больницу, на уши всех поставит. Он же все-таки отец. Ну и потом, это лучший способ примириться. Нет, Лен. Каждый раз к нему не набегаешься. Все, мам, спасибо. Все было очень вкусно. На здоровье. Я побежал. Да, я прошу тебя, задержись на секунду. Мам. На одну минуту. Я прошу. Я не хотела вмешиваться. Да. Я думала, вы сами с Машей все уладите, но дальше так продолжаться не может. Вы либо с Машей разводитесь, либо миритесь. Мама. Я понимаю, все очень непросто, но если... то надо позаботиться о том, чтобы Лерочка осталась с тобой. Мама, я тебе уже все объяснил. Нам с Машей просто нужно время разобраться. Но... Мама, а мне сейчас очень нужна твоя поддержка. И очень нужно на работу.
Олег. Что? Ничего, просто… Марина, мы же договорились с тобой, что ты не будешь дергать меня по пустякам. Да, я поняла. Но просто я же вижу, какой ты в последнее время сам не свой. Да. Света, пригласите, пожалуйста, ко мне Юрия Николаевича. Хорошо. Спасибо, Марина, со мной все в порядке. Да. Извини. О, сори. Да. Лёня, да я. Слушай меня внимательно. Олег выяснил твои координаты. Так это он, значит, мне все время звонил. А я смотрю, номер незнакомый, трубку не стал брать. Слушай, если Олег тебя найдет, тебе мало не покажется. И про меня ему ни в коем случае знать нельзя. Будет только хуже. Как чувствовал. Я сейчас вышлю тебе его номера телефонов, занесешь их в черный список. И дома не появляйся. Слушай, ты меня во что втравила? Мне что, теперь всю свою жизнь от Олега твоего бегать? Я втравила? Ты деньги за статью получил? Получил. Вот и смойся на время из города. Ладно, ладно. Значит, черевнику отказалось давать показания. Да. Ее явно запугали. Угу. И у тебя снова никаких зацепок. Да. Что бы ты делал без меня, старик? Есть у меня одна мысль, но, правда, этот способ не совсем законный. Давай. Хочешь, я позвоню одному хакеру, который за деньги может взломать все, что угодно? Ну, пусть покопается на сервере этого центра. Вдруг что-нибудь найдет. Серьезно? Угу. Юр, ты бы меня реально спас. А я, по-твоему, чем последнее время занимаюсь? Давай, я перезвоню тебе. Да. Ближайших аптек нет, пришлось по всему городу искать. То есть ты купила? Конечно, купила, купила. Но я, представляешь, одна бы не справилась. Он, конечно, свин порядочный, но ты представляешь, он подстерег меня у подъезда, в ноги бухнулся, просто на колени, чтобы я уговорила тебя, чтобы ты его просила. Ну что, пустим его? Да кого? Вить, заходи. Маш, ну… прости меня, правда, а? Да я не соображал, что делаю, правда. Ну, больше не повторится. Обещаешь? Да. Так, а памперсы где? Ты памперсы забыл купить. Ой, памперсы. Памперсы с меня. Я вечером привезу. Давай, давай, только осторожно на поворотах. И машинку себе купи, губ закатывающую. Че? Угу. Думаешь, если Машка тебя простила, тебе что-нибудь светит? Твой поезд ушел. Посмотрим еще. Угу. Ну как она? Вроде получше, температура немного спала. Слушай, Машка, я тут список дежурств составила. Давай по очереди будем сидеть с Лешечкой. Нет, Ленок, спасибо. Я уж лучше сама. Не обижайся. Ну, чего уж там, я же виновата. Какая же она красивая. Да? На Олега похожа. Машка, ну ты все равно любишь его. Ну, позвонила, помирились бы. Засунул ты свою гордость куда подальше. Ну, честно. Он должен сделать первый шаг. Захочет нас вернуть. Приедет. Маша.
Да. Алло, Антон. Привет, это Лена. Помнишь еще такую? Лена? Как здорово, что ты позвонила. Никитин, на процедуры. Да-да, минуточку. Ленка, знаешь, я ужасно соскучился по тебе. Можно я к тебе приеду? Нам о стольком нужно поговорить, Лен. Никитин, вам что, здесь курорт? Хочу, прихожу на процедуры, хочу, нет? А ну, живо! Ну, подождите, ну, видите, я с любимой девушкой разговариваю, ну, подождите! Короче, я что звоню? Машка с Олегом поссорились. Ведут себя, как два идиота. Машка даже сюда с Лерой приехала. Серьезно? Я не в курсе. Так вот, мы должны срочно их помирить. Мне нужен телефон Олега. Лен, ну, мне кажется, это неправильно, вмешиваться в отношения других. Вон, когда Маша меня про тебя спрашивала, знаешь, как меня это бесило? Лена, это ж надо было, чтоб я по башке получил, чтоб понял, что… Что понял? Подожди, когда это тебе по башке дали? Кто? Это серьезно? С тобой все в порядке? Да, да, не волнуйся. Никитин! Никитин. Я понял. Иду. Лен, мне надо сейчас на процедуры. Я перезвоню. У меня есть теперь твой номер телефона. Лен, я обязательно тебе перезвоню. Чё надо? Добрый день, я от Юры. Мы договаривались с вами о встрече по телефону. А, да. Давай, заходи. Ну так что надо-то? Нужно взломать базу данных одной конторы. Деньги вперед. Вот здесь ровно половина. Остальное получите по окончанию работы. Что за контора? Вот. Так. Психологический центр Юли? Че, правда, что ли? А что, какие-то проблемы? Абсолютно никаких. Такую хрень взломать, расплюнуть. Садись. Спасибо. Я, пожалуй, постою. Что за черт? Что? Да тут защита почище, чем у Пентагона. Так вы сможете это взломать или нет? Конечно, смогу. Но время, правда, немного потребуется. Сколько? До вечера управитесь? Управлюсь. Хорошо. Тогда я вечером зайду. Забились. Ну да. Не звоните, его дома нет, он уехал отдыхать. Куда-куда? А куда, не сказал. Он велел за почтой его приглядывать. А когда он вернется? Ну, не знаю, он не сказал ничего. Понял. Ну? Спасибо. Пожалуйста. Не знаю, чем больше я проявляю к нему внимание, тем больше это его раздражает. Ну, не стоит так отчаиваться. Вы же сами говорили, у вашего бывшего мужа сейчас сложный период в жизни. Между прочим, это очень удобный момент снова стать главным человеком в его жизни. Ну как? Ну, возможно, вам просто нужно действовать, ну, более тонко, так скажем, незаметно для Олега. Простите, я не понимаю.
Марин, ну вы же умная женщина. Я уверен, что вы сможете добыть нужную информацию так, чтобы ваш муж ничего не заметил. Любая деталь, любой его разговор может быть очень важен для вас. Ну да, я смогу, но просто... И тогда вы сможете всегда оказываться первой рядом с ним, тогда, когда ему это нужно. Да. Вот, и не волнуйтесь, я, конечно, понимаю вашу неопытность, но я помогу. Вы будете приходить ко мне, все мне рассказывать, и мы будем вместе с вами вырабатывать стратегию вашего дальнейшего сближения. И все будет хорошо. Mm. Если бы вы знали, сколько я вас воссоединил с семьей. Алло, Валерия Павловна, здравствуйте, это Марина. Да, Марин, здравствуй. Что-то случилось? Нет, я просто хотела узнать, как там Лерочка. У Олега ведь об этом не спросишь, ну, вы же понимаете. А я так волнуюсь. Ой, Марин, не говори. И у меня сердце изболелось. Как там наша девочка? Да, Олег меня очень сильно беспокоит. Я же вижу, как ему плохо. Я, конечно, пытаюсь ему чем-то помочь, но что я могу? Да, Марин. Ой, надо что-то делать. Виктор! Привет, а я думаю, куда это ты пропал? Да вот, понадобилось. И кому это понадобилось, интересно? Другу одному. Другу или подружке твоей бывшей? Ну, подожди, подожди. Ты так давно не был у меня, может, я соскучилась. Когда мы увидимся, а? Я тебе позвоню. Сейчас мы будем кушать, чтобы победить болезнь. Так, нам кто-то звонил. Папа звонил. Давай-ка послушаем, доченька, папа. Маша, здравствуйте. Это Валерия Павловна. Я ни в коем случае не хочу вмешиваться, но, Лерочка, я надеюсь, вы понимаете, что в случае развода Олег имеет право на ребенка. И, конечно же, он сможет обеспечить лучшие условия для Лерочки. Маша, я вас очень прошу, пожалуйста, перестаньте от нас прятаться. Привезите ребенка сюда и давайте на месте все обсудим. Никогда тебя не отдам, слышишь? Привет. А что у вас дверь-то не закрыта? Заходи, кто хочет. Маш, ты что? Ничего. Ну как ничего? Я же вижу. Маш. Маш. Хочешь, я останусь? Заходи, заходи. Ну, что-то мы с тобой никак не совпадаем. Я уже с работы, ты на работу. Отлично совпадаем. Кстати, спасибо тебе за хакера, он у тебя супер. Только что от него. Ну и что там? Оказывается, у многих женщин после посещения центра Юлия родились мертвые дети. Угу. Постой, которые фактически были проданы? Точно. И таких женщин десятки, сотни. Чудовищно. Не то слово. Да. И это еще не все. Врачи этого центра работают и в детских приютах, и в нескольких клиниках. В одной из которых, кстати, работал доктор Масленников. Послушай, это точно? Точно. К сожалению, прямых доказательств документальных у меня нет.
Поэтому придется обойти все эти приюты, больницы. Вдруг я что-то нарою. Статья уже практически готова, но ты же знаешь, я без доказательств. Да я знаю, знаю. Все эти обвинения в клевете, суды, опровержения. Послушай, старик, может, я как-то подключусь? Из меня, конечно, журналист еще тот, но... Нет, нет, нет. Спасибо, конечно, но я сам. Ну что ж, в таком случае желаю удачи. И я тебя прошу, пожалуйста, только... Будь осторожен. Помню, постараюсь. Постарайся. Ладно, я домой. Пока. Пока. Мама, привет. Здравствуй. Тебе ужин разогреть? Да, конечно, спасибо. Что ты читаешь? Неважно. Главное, что ты дома, и мы можем спокойно с тобой поговорить. 1001 способ разрешения конфликтов. Мамуль, а может, давай завтра? Хватит меня кормить завтраками. Ты мне скажи конкретно, вы с Машей разводитесь или нет? Мама, о каком разводе ты говоришь? У нас Лерочка, мы любим друг друга. О чем ты говоришь? Когда люди любят друг друга, они не живут отдельно. Мама, перестань, пожалуйста. Ты подумай о Лерочке. Каково ей в этом майском? Там нет никаких условий. Я настаиваю, ты должен предпринять кардинальные меры. Мам. Слушаю. Алло. Слышь, ты! Ты во что меня втянул, а? Ты меня чуть не убили, слышишь? Еще меня преследуют. Я еле оторвался. Ничего не понимаю. Кто преследовал? Да подожди ты, подожди, объясни. Короче, я сваливаю из города и тебе советую. Ага. Все, давай. Олег, что происходит? Кого преследуют? Мамуль, ты просто все не так поняла. Успокойся, пожалуйста. Все хорошо. Угу. Присаживайся. Ты не уходи от ответа. Присаживайся, мамуль. Ничего не случилось. Просто знакомый журналист жалуется, что его преследует папарацци. Все? А почему тогда ты так встревожен? Ну, мам, ну мы все последнее время несколько на нервах. Ты тоже. Тебе больше всех достается. Ты за нас, за всех переживаешь. Может, тебе съездить куда-нибудь отдохнуть, а? Со мной все в порядке. Да, я знаю. Но ты же наверняка соскучилась по Питеру. Ты что, меня гонишь? Нет, ну, мамочка, ну, конечно же, нет. Что ты такое говоришь? Я просто за тебя переживаю. Ну, ты же устала очень. Я вижу. Ну, ладно. Если надо... Я уеду. Но дня через 2-3. Мне нужно время на сборы. А давай завтра, а? А я тебе пойду и прямо сейчас закажу билет через интернет. Хорошо? Да, и по поводу Маши с Лерой. Я прошу тебя, ты не волнуйся. Я их обязательно заберу, когда придет время. Привет. Привет. Ну, как тут моя Лерочка поживает? А? Выздоровели? Мы да, выздоровели. А чего это мы, Ленка, прямо на крыльях летает? Влюбилась, что ли? А? Ну, как знать. И ты, конечно, ничего мне не расскажешь. Да? Так, нечего пока говорить. Лучше скажи, ты Олегу звонила или как? Не звонила. Не могу ему звонить, не могу и все. Я понимаю, знаю, трусость. Ну и что? Я не хочу на него давить. Решил развестись, пожалуйста, пусть разводится. Но ребенка я ему не отдам. Машка, ну... Я ему еще тогда сказала. Не отдам, и все. Машка, ну ты дура. За счастье бороться надо, а не нюни распускать. Ладно. Ну все, я пошла. Звони в любое время и, пожалуйста, я тебя прошу. Будь повнимательнее, ладно? Ты же знаешь, я своих ошибок не повторяю. Пока.
Пока, беги. Пойдем, проводим маму. О, ты уже собралась? Ну, пойдем, карета подана. Слушай, я хотела тебе сказать. Спасибо тебе огромное. Так мне помог во время болезни Лерочки. Да отставить разговорчик. Ну, тихо, тихо, тихо. Что вы так? Что ты? Мама вернется скоро. Не плачь, моя солнышко. Не плачь, моя родная. Не плачь, моя хорошая. Мама. Все, пока. Скоро приду. Звони, если что. Все? Ну вот, пойдем в кроватку. Спасибо. Да не за что. Завтра ровно в 8 утра я жду тебя здесь. Вить, не надо. Я на автобусе прекрасно доеду. Да мне все равно, хлеб вам в столовку завозить. Или по дороге. На тебя смотреть жалко. Чего? Да над тобой вся больница смеется. Бегаешь за Машкой, как собачонка, точно. Ну и ты тоже тогда посмейся, раз такое дело. Дурак. Какой же ты дурак. Я же люблю тебя. Я же для тебя на все готова. Только сил моих терпеть больше этого нет. Выбирай. Или я, или Машка. Только если она, то про меня забудь. Витя! Значит, мама в Питер уехала? Да. Угу. Ну и что? Что ты себя теперь похоронить собрался на этой работе? Олег, ну ты уже в который раз просматриваешь эти документы. Ну что? Что ты там хочешь найти? Что? Не знаю. Может, я что-то упускаю. Послушай, старик. Ты уже по нескольку раз объездил эти больницы, приюты, связанные с этим центром Юли, и нигде ничего. Ну, может, ну его, а? Эти люди умеют заметать следы. А я умею их находить. Должно что-то быть. Должно что-то быть. Послушай. А тебе не кажется странным, что фамилия Сорокин фигурирует практически во всех документах. Ну и что тут странного? Максим Сорокин – это известный предприниматель, к тому же меценат. Нет. Смотри. Все организации, где так или иначе фигурирует Сорокин, связаны с центром Юлия. Ну, допустим. Ну, хорошо. Ну, допустим, он за всем вот этим стоит. И что? Что ты-то можешь сделать? А что, может, ты к нему придешь и спросишь? Простите, пожалуйста, а не вы убили всех детей? Может быть. Что может быть? Олег, ты что? Добрый вечер. Олег Архипов вас беспокоит, журнал «Аристократ». Могу я поговорить с Сорокиным, Максимом Александровичем? Максим Александрович, вам звонит Олег Архипов из «Аристократа». Что ему ответить? Соедините. Я вас слушаю. Интервью. Ну что ж, это можно устроить. В четверг в 2 часа в моем офисе. Замечательно.
Ну, как смена прошла? Все тихо. Больную привезли. Пелевина, 4-я палата. Аллергия на антибиотики. Дежурный врач сказал, пока это дать, а потом лечащий посмотрит. Спасибо, я читать умею. Ну, вот и отлично тогда. Алло? Да, Лен, что с Лирой? Господи, да меня-то так не пугай. А температура? Да, я поняла, все. Я сейчас уже. Давай, я сейчас скоро буду. Ир, раз уж ты пришла, может, я пойду, а? Вообще-то твоя смена заканчивается через 20 минут. И таблетки за тебя разносить я не намерена. Доброе утро, девочки. Доброе утро. Как настроение? Доброе утро. Нормально. Пожалуйста. Девушки. А, спасибо. А когда я была девушкой, твоя мать еще под стол пешком ходила. Да ладно. Главное, вы в душе молодая. Я же вижу. А тело мы поправим. Ой, что с ней? Врача, дежурного, быстро! Ага, да, бегу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Так, в чем дело? Что здесь происходит? У Пелевиной был анафилактический шок. Хорошо, что Маша рядом оказалась. Иначе… Ну, а что вызвало аллергию? Да вот сами не поймем. Это карта больной? Да. Ну как же, вот у нее аллергия на антибиотики. Кто разносил таблетки? Я. Но я не ошиблась. Я проверяла несколько раз. Маш, я все понимаю. Ночная смена, не выспались. Нет, я же говорю. Я проверяла. Простите. У нас говорят, что кого-то таблетками отравили. Правда это? Нет, неправда. Так, большая просьба ко всем. Пожалуйста, по палатам разойдитесь. А зачем мне лекарства поменяли? Так, вот здесь что? И меня хотят отравить. Так, разберитесь. Маша, ну а вы? Да. Пока все обстоятельства дела не будут выяснены, вы от работы отстраняетесь. Максим Александрович, к вам Олег Архипов из «Аристократа». Пригласите. Прошу. Здравствуйте, проходите. Добрый день. Люда, спасибо, вы свободны. Хорошо. Много наслышан о вас, о вашем журнале. Что же вас ко мне привело? Расследование. Вот как. Угу. Вы занялись журналистскими расследованиями. Мне кажется, это не формат для «Аристократа». А мы пересмотрели концепцию. А вот этого вам я бы не советовал. Ваш журнал популярен. Вы пользуетесь заслуженным успехом. Вас уважают. Обидно было бы все это потерять, вам не кажется? Разрушить что-то очень легко. А вот создать… Вы это очень хорошо знаете, да? Я слышал, у вас прекрасная семья. Вы не задумывались о том, что надо больше времени уделять им, а не заниматься глупыми домыслами? А вот моя семья здесь ни при чем. Хм, ошибаетесь. Семья всегда страдает в первую очередь. Вы мне угрожаете. Да нет, я вас предупреждаю. И как человек с высшим медицинским образованием, я говорю вам, навязчивые идеи вас погубят. Поверьте мне, Олег Анатольевич. Я думаю, дальнейший разговор бессмысленен. Людочка, зайдите, пожалуйста. Минуточку. Проводите господина Архипова. Угу. До скорой встречи.
Что? Возьмите. Что такое? Возьмите. Всего хорошего. До свидания. А я все равно не могу оставить тебя одного. Еще. Все образуется. Безусловно, это случай самой вопиющей халатности, и я приму самые строгие меры, не сомневайтесь. Ну, вы нам обещаете? Ну, конечно, конечно. Угу. Это были родственники Пелевиной, как ты поняла. Мне удалось их уговорить не подавать на больницу в суд, но при одном условии. При каком? Если я тебя уволю. Ну как, все обошлось? Давай-ка садись. Маш. Маш, ну чего ж? Уволили. Вот козлы, а. Ну, Маш. Ну, кто меня возьмет теперь после такого? Ну, успокойся, ну. Ну, успокойся. Ну, что? Ну, ничего, ничего. Мы что-нибудь придумаем, Маш. Ну, что ты придумаешь? Маш. Знаешь, я подумал, ну, давай начнем все сначала. Ну, ты мне всю душу вынул, ну чего? То старая помянет тому глаз вон, а, Маш? Правда, а? Маш, ты не думай, я жениться готов, я ребенка с вами признаю, Маш. Я тебе очень благодарна. Правда. Но извини. Юр, вот и чай. Спасибо. Юр. Да. Я отъеду ненадолго, у меня встреча. Помнишь, я тебе говорил? А, это дама, с которой ты вчера познакомился? Да. Если что, я на связи. Ну, успехов. А, Юр, можно я тоже пойду? А то мне сегодня на прием к психотерапевту. Да, конечно. Но помни, только с рассылкой надо сегодня закончить, хорошо? Угу, спасибо. Я вернусь и обязательно все-все закончу. Удачи.
Хорошо, что вы пришли. У меня есть то, что вам нужно. А почему вы решили, что мне это нужно? Давайте мы уйдем куда-нибудь подальше. Ну, давайте. Прошу. У меня есть доказательства против Сорокина и центра Юлия. Что вы за это хотите? Хочу, чтобы вы упекли этого гада за решетку. Я ведь раньше как думала. От меня ничего не зависит, это просто работа. Меньше знаешь, крепче спишь. До тех пор, пока Рита не погибла. Рита – это ваша подруга? Да. Была лучшая подруга. У нее были проблемы с мужем. Он выпивал, тянул из нее деньги, бил. А тут еще беременность. Она в трансе, конечно. Я ей посоветовала обратиться в центр Юлия. И ей посоветовали продать ребенка. Она не смогла с этим жить. Когда Рита покончила с собой, я поняла, что не могу это так оставить. Не могу, понимаете? Понимаю. Я стала собирать документы на Сорокина, любой компромат, который могла добыть. Но открыто выступить против него у меня просто не хватало духу. Вот здесь все необходимые доказательства. Я вас очень прошу, доведите это дело до конца. Если возможно, переведите какие-нибудь деньги на мой счет, на ваше усмотрение. Скоро пропажа документов обнаружится, и мне, вероятно, придется скрыться на время. Деньги сегодня же будут там. Спасибо вам. Вам спасибо. До свидания. Нет, вы представляете, думал, он по Маше страдает, поэтому со мной так. А он себе новую любовницу завел. Да вы успокойтесь. Вы расскажите прежде всего поподробнее, чтобы видели. Вот, любуйтесь. Юр! Юра! Да, слушай, планы изменились. Я сейчас еду в офис. Дождись меня обязательно, хорошо? Все подробности при встрече расскажу. Да, Юр, да-да-да. Секунду. У меня второй звонок, хорошо? Давай, дождись. Алло, я слушаю. Я тут кое-что узнал о той статье, если вам по-прежнему это интересно. Нет, это не телефонный разговор. Вам лучше подъехать к нам. Леонид просто сейчас в редакции. Приехал за гонораром. Жду. Ага. Так, эту статью мне срочно на электронную почту. Поправьте. Ага, да, хорошо. Олег Анатольевич. Да. Здравствуйте. Есть один нюанс. Какой? Вот Леонид Комов. Поговорите с ним сами. Тебе кто статью заказал? Я уже шефу все рассказал. Теперь мне расскажи. Марина, это черт дернул меня с ней связаться. Как Марина? Клянусь, это она. У меня запись ее на диктофоне сохранилась и подпись под расшифровкой. Заходи.
Садись. Смотри. Можем запускать статью в тираж. Нам будет чем ответить в случае чего. Ну ты даешь, старик. Мне просто повезло. Слушай, я сегодня допишу статью, а ты можешь без меня сдать? А ты куда? Я хочу в майский съездить. И вот еще что. Эти документы отнеси, пожалуйста, в банк. Положи их в сейфовую ячейку. Если со мной вдруг что случится. На всякий случай. Подожди сутки и передай папку следователю Коврову. Он знает, что с ней делать. Что значит в случае чего? Не-не-не, мне это не нравится. До закрытия банка 15 минут. Спасибо. Удачи. Тебе тоже. Юра, ты что-то забыл? А ты что здесь делаешь? Олег, ну не сердись. Я понимаю, что рабочий день уже закончен, но ты же постоянно задерживаешься допоздна. Сидишь тут один, ненакормленный. Ты зачем придумала эту статью? И зачем ты лезешь в мою семью? Твоя семья – это я. Я люблю тебя. Я борюсь за нас, как могу. И почему я решил, что ты можешь измениться, а? Ну, я изменилась. Чтобы завтрашнего дня ноги твоей в аристократии не было. Павел Петрович, это Марина Архипова. Все кончено. Олег ушел навсегда. Я это чувствую. Он поедет на вашем майске. Что мне делать? Я не смогу без него.